41-летняя актриса в откровенном наряде обратилась к поклонникам. Ирина Пегова поделилась своим радостным настроением. Звезда сериала «Домашний арест» провела праздничный вечер на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Ирина играла в спектакле «20 век. Бал». После его завершения артистка опубликовала снимки и видео. Пегова позировала в сексуальном мини-платье мятного цвета. Впечатляющий воздушный наряд обнажил ноги звезды. Она сделала яркий макияж, нанесла сине-зеленые тени, а губы выделила красной помадой. С 8 марта. У нас на сцене снег. День весны, пояснила Ирина. Подписчики актрисы пришли в восторг от ее наряда. Красавица! Цвет платья потрясающий. Какая прелесть! Неожиданно, совсем худая. Ирина, вы красотка. С праздником! Самая прекрасная, милая, душевная женщина, Ирочка, вы самая яркая, самая крутая актриса нашего кино и театра. Я вас обожаю. Заверили фолловеры. Одна из поклонниц обратила внимание на обувь звезды. Босоножки малые или пальцы длинные впереди идут? Поинтересовалась она. Так должно быть в танцевальных туфлях, ответила Пегова. Другие фанаты поделились мнениями об этом. Наряд – бомба, а босоножки с пальцами на пол – еще круче. Туфли действительно так и должны сидеть на ноге, но хлястики не должны торчать. Их обрезают, Ирина, показаться на людях с пальцами впереди не каждая актриса сможет. Вы шедевральны, написали пользователи. Ирина в последнее время заметно похудела. После этого она начала демонстрировать смелые образы. Пегова снялась в наряде с дерзким декольте, а также в ультракоротком платье. Актриса воспитывает 14-летнюю дочь Татьяну. Ирина родила ее от актера и режиссера Дмитрия Орлова. Супруги развелись 9 лет назад.